Поход на Адуль, 6-й год, 22 июля, ночью шел дождь, вся трава сырая, я мокрая, копь, щель, 2 дня прошло, пусто, за исключением берила трещиноватого, сегодня может что-то будет, комары, сырость, мерзко. Делать костер, сушиться, чай заварим. Из ямы вода, где козел утонул. Идет дождь, погода мерзкая. Хотел поесть бруснички, ягод, но не судьба. Копаюсь в яме. Здесь вот вчера, где вроде должен быть занор, пробурили ряд дыр перфоратором. Тяжело. Сейчас вот попробовал дочистить карман. И довольно удачно. Есть дымчак. И в хвосте оказалась занорная глинка. Вот такой вот аквамаринчик. Правда, он не оформленный лежал, но уже ювелирка. Есть одна трещинка посередине, но в принципе можно располовинить. Вот настоящий аквамарин цвета морской волны. Пойдем дальше. Вряд ли что будет, может осколки от него. Вот, после продолжения поисков из этого кармана, в самом хвосте уже сухарь вроде выпал, и в маленьком кармашке там нашел головку. Вот она, головка от этого базилика, может вот это. Оформленная головка, жаль, что он весь разбит. Ну вот эта часть хорошая, тоже показал. Это брин-сырец. Идем дальше зачищать остатки. Дождь все идет. Из этого же кармана и красный столбик аквамарина. Чистенький. Чистенький валялся. Все. Даже вот видно, не видно. Головка оформленная. Сейчас я не вижу. На чем-то фоне надо показать. Это комната. Закончили с этой ямкой, с карманом, даже не карманом, заножишь, скорее всего, потому что туда идет вот по направлению к лопате. Вот туда вот. Продолжается. Первая камера была берилом, вторая через узкий перешеек с дымчаком. Осколки, ну и кристаллы небольшие. Вот это улов из этой. Конечно, самое интересное — это головка и головка ювелирного характера. Здесь вот еще хвалите рельчик. Вот неплохие. Ну, это уже тоже сырец. Не ювелирный. И это тоже. Ну и полный шкаток кварца дымчатого. Ладно, перекурим, перекусим. Подумаем, что дальше делать. Что же победа?
даже в яму втыкает. Стенка вроде длинная, все равно на корову все стекает на яму. С этой стороны, с другой. Опа! Все уже. Вот так вот. Твою мать. Вот так сейчас зайдется. Залило все.
Лес-то какой стал. Вот это конец жилки. Самое глубокое место ее. Лет 5 назад мы. Мусковит. В этой копи хороший дымтяк глубокого чайного цвета. Аквамарин. Иногда встречаются осколки аметиста. А это вот секущие проводнички такие, по которым можно вычислить, где кармашек и занорчик. Так, змеи не видно. Пойдем дальше. Хорошая копия. Творческая. Вот кто хочет, тот мусковит всякий найдет, прекрасный такой. Дальше еще там большие кристаллы.